МИД РФ требует от США закрыть сайт «Миротворец». В США находятся серверы украинского сайта. Министерство иностранных дел России передало ноту в Госдеп США из-за деятельности украинского сайта «Миротворец». Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости. Этот сайт переехал с украинских на американские серверы. На настоящий момент мы передали ноту в Госдеп США, в которой содержатся характеристики этого портала. Также есть требование отказать им в американской прописке, потому что от деятельности этого сайта пострадал не один журналист, сказала она. По словам Захаровой, на данный момент официального ответа не поступало. Напомним, одним из последних в черный список сайта «Миротворец» попал российский режиссер Федор Бондарчук. По материалам сайта news.com.